Храбрый сердцем 9-летний Шамиль Мамаев доказал, даже с протезом ноги можно добиться успеха в спорте и стать примером для подражания. Мальчику ампутировали конечность еще в раннем возрасте, но его это не сломило. Борьба, футбол, стрельба из лука – это далеко не весь список увлечений Шамиля. Джамиля Мутаева встретилась с ребенком сильным духом. Ограниченные возможности, но безграничные способности. Кажется, этому мальчику под силу все. Ходить на руках, отжаться 100 раз проще простого. Шамиль активно занимается спортом с 5 лет. И отсутствие ноги для мальчика не повод падать духом. Я играю в футбол. У меня есть тренер. У него тоже, как у меня, нету левой ноги. Его друг тоже есть, Багаб зовут. И у него тоже нет левой ноги. Мы с ними играем в футбол красноармейский. И иногда этот... Сначала разминку делаем, отработки, на костылях бегаем. Шамилю был всего год, когда на его долю выпали недетские испытания. Все началось с температуры. Мальчик начал хромать, а затем впал в кому. Оказалось, сепсис. В те роковые дни жизнь для всей семьи словно остановилась. Шанс на то, что ребенок откроет глаза, был невелик. Все, что в организме, все отекло. И сердце, и почки, и печень, все. Все отекшее не было. Где-то вот так коме был, 14-15 день, где-то он, у него начал мозг уже отпускать, этот, распухать. Потом сердце гарантия не давали вообще. Мальчик выкарабкался, но левую ногу пришлось ампутировать. Он передвигается с помощью протеза. Шамиль планирует стать хирургом и спасать тех, кто также нуждается в помощи. Из-за того, что у меня ноги нет, из-за этого хирурги же оперируют людей. И я тоже захотел. Шамиль играет в футбол, стреляет из лука, занимается различными видами единоборств. Энергии у мальчика хоть отбавляй. На него смотрят ребята, у них у самих желание появляется тренироваться. Моральную, физическую поддержку тоже оказывают. И сами тоже приходят заниматься, видя, как Шамиль занимается, как Шамиль тренируется. У них у самих появляется желание заниматься тоже. Юный спортсмен может похвастаться не только физической силой. Он хорошо учится и развивается духовно. Молится, заучивает суры из Корана и мечтает поехать в хадж. Своим образом жизни он вдохновляет не только ровесников, но и взрослых. Джамиля Мутаева, Махарбек Амариев, Паризат Курбанова, Юсуп Газиамаров. Время новостей.